По постановлению главы Ленинского района в муниципалитете проводится внеплановая проверка состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Обычно дежурные проверки проходят раз в год, но в связи с участившимися несчастными случаями взрывов бытового газа в жилых домах на территории нашей страны, комиссия по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Московской области инициировала дополнительные осмотры. Проверяем в основном в рамках муниципального контроля квартиры, которые требуют к себе повышенного внимания. То есть информация была собрана от председателей советов многоквартирных домов, от глав поселений, от, активных жителей. Всего комиссия должна проверить 504 дома, в том числе этот, номер один в поселке Измайлово. На настоящий момент осмотр уже был проведен в поселениях Горки Ленинские, Развилковская и в совхозе имени Ленина. Сотрудники службы заранее извещают жителей домов, развешивая объявления на информационных стендах. Если в квартиру не попали, оставляем визитки для того, чтобы жители в удобное для них время созвонились, позвали слесаря, то есть договорились к определенному времени. Это нормальная практика. С помощью специальных приборов трубы и газовые плиты проверяются на предмет герметичности. Если существует утечка, датчик это сразу зафиксирует. Здесь все чисто. Да. Сейчас. Проверяется утечка, да. Ну, чтобы нет утечки, проверяется духовка. После каждой проверки жильцу вручается инструкция по безопасной эксплуатации газового оборудования. Там указаны контактные телефоны служб и описаны действия жителей, которые те должны предпринять в случае, если почувствовали запах газа. Люди к таким проверкам относятся с пониманием. Это очень даже правильно и лучше, чем когда вообще ничего не производит и не знает, как там что происходит, что у людей вообще, что за плиты стоят, есть ли утечки, нет ли утечек там. То есть это я считаю, что правильно. Внеплановый осмотр должен завершиться до конца месяца. Все результаты будут отправлены в Министерство ЖКХ Московской области. Дмитрий Книга, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.